Ну що ж, дякуємо Діні Вонг за блок новин. Ми переходимо до гостьової студії. Я рада представити нашого гостя. У нас у студії Ігор Пінчук, інструктор-тренер з єдиноборств Крав Мага. Я впевнена, що більшість чернігівців чує про таке вперше. Тож, пане Ігор, розкажіть, будь ласка, що це таке і як давно воно в Україні та й, зокрема, в Чернігові? Здравствуйте всем. Именно в Чернигове Крав Мага началась буквально недавно, мы с октября месяца открыли секцию здесь. А в Украине существует Федерация Крав Мага Украины, которая уже с 2006 года они ведут свою деятельность, проводят семинары, проводят инструкторские курсы и, соответственно, тренируют в разных городах. Расскажите, что это такое? Крав Мага, да, это израильская система самообороны, это не спортивная секция, то есть здесь нету как бы правил, нету разрядов, то есть мы не выступаем на соревнованиях, то есть цель совсем другая. Это именно система, заточенная на то, чтобы человек мог в конфликтной ситуации прийти домой живым, здоровым. То есть решить проблему быстро, красиво, вернуться живым. То есть то, что в спорте нельзя делать, в Крав Мага мы это делаем. Ну тут щодо красивого я трішечки би суперечив, бо здається, Крав Мага вона така досить жорстка, не дуже красива, як там, скажем, це там те ж саме айкідо, коли там вони літають. Крав Мага целью как бы не показательное выступление, соответственно, и приемы должны быть самые простые. То есть человек... Я ведь сяду. Дело в том, что на улице нету правил, на улице улица реально жестокая, да, нападение на девушек, нападение там на пенсионеров, нападение на любого человека, то есть и каждый человек должен как-то этому противостоять. В Крав Мага насилию противостоит насилие. То есть, если мы будем просто защищаться или ничего не делать, соответственно, мы жертвы. То есть философии там, как такое, немає? Нету никакой философии, философия выжить любой ценой. Соответственно, используются все подручные средства, все любые возможности. Соответственно, как бы в спорте, если люди занимаются, они работают технично, они знают, что я вышел там на ринг, у меня точно такой же спортсмен моей весовой категории, он работает по определенным правилам, то есть я готовлюсь к нему. На улице я не знаю, я выхожу на улицу, я не знаю, что со мной будет. Соответственно, как бы я должен быть готов ко всему. И если идет какое-то нападение, обычно жертву выбирают какую? Менее слабую. То есть нет смысла, да, мне там приходить к 120-килограммовому человеку и говорить, давай деньги. То есть, ну, если у меня есть оружие, не вопрос. То есть есть какое-то преимущество. И, соответственно, как бы на улице мы должны использовать какие-то вот такие средства, подручные, неподручные, и знать, куда бить. Например, ну, человек не может накачать себе глаза, горло и, грубо говоря, пах, да? Соответственно, Крав Мага ставит акцент на вот эти удары. То есть, смотрите, которые в спорте от, я знаю, що бійці, які займаються східними єдиноборствами, наприклад, тут тхе-квондо, здається, їм навпаки заборонено на вулиці приміняти, бо вони там якось прирівнюють себе до холодної зброї. Тобто це вже небезпечно. Тобто він може покалічити чи завдати якусь шкоду. У вас є якийсь такий кодекс правил? Да, Крав Мага, вона не направлена іменно на как бы драку. То есть это уже самый-самый последний момент. Это идет как бы такая вот система мышления. То есть главный принцип Крав Мага – просто не быть там, где есть опасность. То есть избегать ее всеми средствами. То есть я вышел из дома, иду по улице, темный переулок. Зачем я туда пойду? Мне оно не надо. Я лучше обойду, сделаю там на 5 минут дольше свою дорогу, но я приду домой целый и живой. А не так, что я там, ага, я Крав Мага, я пошел, все равно. Нет. То есть мы стараемся в Крав Мага именно избегать конфликт всеми путями. Но бывают такие стечения обстоятельств, когда, ну, попались уже, все. То есть здесь уже надо действовать. И а от яким чином ви, так, яким чином ви тренуєтеся? Ви обираєте собі там 120-кілограмову, кілограмового суперника, чи як? От? Нет, у нас є бойові снаряди, то есть там, ну, не на людях? Нет, изначально... Мы вначале тренируемся техника воздух, например. То есть мы самые простые приемы делаем вначале воздух. Потом мы это все переносим, допустим, на снаряды. То есть бьем снаряды. Потом, когда уже человек, который более-менее занимается, он понимает свою силу, он понимает свою технику адекватно, уже тогда мы работаем в контакте друг с другом, но
либо в пол силы, либо, если это уже хороший уровень у обоих, одеваются жилеты, одеваются защитные все экипировки, и, в принципе, можно поработать чуть более сильнее, более реалистично. То есть все это делается. Плюс на тренировках мы еще отрабатываем сценарий неизвестности, грубо говоря. Да? На улице всегда есть несколько людей, и мы всегда в Крафмага считаем, что человек всегда вооружен. То есть независимо, я смотрю, да, на своего оппонента, и я мысленно знаю, что у него есть оружие. То есть я лучше буду готов к тому, что сейчас кто-то достанет нож или еще что-то, чем это будет для меня потом сюрпризом. То есть, соответственно, все техники разрабатываются с таким уклоном, чтобы работать уже с человеком потенциально вооруженным. А самі ви от носите там зброю собою, чи треба це для вас, чи ні? Да, да. В плані оружия самое банальное. Фонарик. У меня перочинный ножик, грубо говоря. Любое средство, которое я могу использовать. Ключи. То есть в Крафмага используются все подручные средства, и мы своим студентам об этом рассказываем. То есть когда человек пришел, он на первой тренировке что-то попробовал. Допустим, да, самый простой удар. Удар молоток у нас называется. То есть все его знают, все его инстинктивно умеют. Там с детства, да, взял лопатку в детстве и там бьют, да, стучим в дверь, забиваем гвозди. То есть самое, самое простое. Человек попробовал это, ударил, а потом говоришь, у тебя есть ключи, ты можешь этим пользоваться. То есть все простое. На одну технику накладывается как бы чуть-чуть такой, дальше. То есть просто это система мышления. То есть что я могу использовать в данный момент для того, чтобы себя защитить. Також я хотіла запитати, вже існує студія з жовтня місяця, тож як багато чернігівців спробували себе в даному виді? Діло в тому, що іменно я ще преподавав самооборону, ну, як хобі я діяв, мені просто стало цікаво ця тема. Я займався спортом з 2005 року, виступав на соревнованиях, тобто отримав там розряди і все таке. Потім мені стало цікаво іменно сама вот прикладна система, тому що в спорті такого нету. Говорят, да, там, занимайся боксом, мы, самооборона будет. Бокс классная штука, но она не всегда работает на улице, потому что эффект неожиданности, человек к этому просто не готов. То есть в Крафмага мы именно психологически готовим человека к тому, что на него нападут, скорее всего, сзади. Скорее всего, это будет не один-два человека. Вот. Мне стало это интересная тема, и я для себя просто делал такую секцию. Там раз в неделю у меня была группа, и мы делали вот именно самооборону. Я читал, интересовался, узнавал. Почему я пришел в Крафмага? Я когда, ну, у меня как бы хороший спортивный опыт, и я вижу систему, вот там, да, есть куча там хорек какой-то, тигр, там еще что-то, все говорят, типа, вот, мы крутые. Это не работает. То есть я именно нашел тот вид, который действительно работает, ну, опираясь на свой опыт. Девчата есть у вас? Да, дело в том, что Крафмага, вот в чем у нее главная такая классная штука, у нас очень маленький арсенал приемов. То есть если в спорте там есть какие-то вертушки ногами, еще что-то, у нас все предельно просто. То есть пару ударов по определенным, как бы, по уязвимым местам. І дівчатки. Да, про дівчат, тому ми зараз все так от плавно прийдемо до нашого інформаційного приводу, до флешмобу, яку назву? Дерись як дівчинка. От, давайте про це і поговоримо. Чому дівчинка має дратися? Дело в том, что безопасность – это ответственность каждого человека. То есть у нас общество развито таким образом, что мы свою безопасность уже переложили на плечи других людей. Да, у нас есть полиция, у нас есть там какой-то закон. То есть мы о своей безопасности мало, ну, мало кто думает сейчас, вот, действительно. Хотя базовый инстинкт выжить – это самый главный. То есть если я… Жизнь у меня рутинная, я там утром проснулся, пошел на работу, вернулся домой. То есть достаточно, и так каждый день. И я к этой рутинной жизни привыкаю, и, соответственно, я не вижу этой опасности. Но она бывает. И когда я столкнусь с такой ситуацией, она может для меня быть критичной. И это плохо. То есть думать о своей самообороне надо в целях профилактики, заранее. А не когда я бегу, а за мной уже бежит тело там с дубинкой. То есть думать в этот момент о самообороне уже бессмысленно. Почему именно девчонки? Потому что Крафмага, простая система, именно в плане выполнения, она готов, на гражданском уровне она доступна всем. Девочки, там, пожилые люди, габаритные люди, маленькие, большие. То есть она работает. Она реально работает. Это не золотая пилюля, что если я занимаюсь Крафмага, я всех вырублю или я там буду. Нет, это дает просто шанс. То есть маленькая кошечка, да, хорошая, классная, но когда ее начинаешь купать, она начинает сопротивляться, ее тяжело.
Вот то же самое и у нас, да, девушка, которая занимается крафмага, если насильник хочет там что-то от нее, и она начинает сопротивляться, ему это уже неинтересно, он ее уже исключает как жертву. То есть мы своим студентам говорим, вы не должны быть жертвой, вы хищники. По поводу флешмоба. Сама Федерация крафмага Украины, они уже очень-очень давно проводят женские семинары, тренинги, очень интересные. Я вот сам лично даже был на одном из тренингов нашего инструктора в Киеве. Мне очень понравилось, классно. И, соответственно, у нас тоже мы такое проводим. Уже раз тоже проводил в декабре. Почему флешмоб? Потому что будет воскресенье с 11 до 3 часов. Этот семинар будет проходить во многих городах Украины, там, где есть представители именно крафмага. То есть там Ровно, Львов, Киев, Тернополь, плюс есть еще подразделения в Минске, Беларуси. И вот решили как бы наши организаторы, давайте сделаем флешмоб именно в преддверии праздника для женщин, да, там 4 марта. Вот, сделаем такой подарок, грубо говоря, бесплатный. А що це буде? Це буде виступи там показові? Ну, чи ви кажете, немає показових, але ну що це буде? Ні, показательні виступлення є по крафмага, немає соревновань. Це буде семінар, який буде состояти із теоретичної, практичної частини. Тобто всі дівчатки, жінки, парні, які просто хочуть узнати, що взагалі таке крафмага, що таке самооборона, можуть прийти. Будет три блока. Каждый блок начинается с теории. То есть мы расскажем об аспектах, как не быть жертвой, что можно с собой носить, что можно использовать для самозащиты, вообще рассказать о конфликте в целом, что это такое. То есть надо дать понятие человеку, как вообще его избегать. И дадим практические, как бы, практические навыки, то есть будет ударная техника, то есть как девушке бить. Грубо говоря, якась різниця, да? Як має чоловік бути, як має жінка бути? В принципі, как бы нет, ну, є маленький момент. Да. Будет блок, посвящённый захватам, то есть схватили девушку за волосы, схватили за руки, за шею, то есть как освободиться такой. И будет блок, если девушку повалили на землю. То есть как действовать на земле, как отбиваться, как убегать, всё такое. И мы проводим еще в конце такой маленький стресс-тест для всех желающих, то есть я или там кто-то представитель из нашей секции одевает на себя всю защиту и имитируем нападение на девушку. И можно есть лупить вас сколько угодно, да, да, и в очи тыкать, и все можно будет лупить? Ну, насчет глаз нет, ну... Там лякатися своїх колег. Ви бачили її обличчя, коли вона... Ну, кажуть, все можна, все ж можна. Так, да, так. Кстати, от этот момент для дівчинок просто... там, відірватися да, можна. Да, там теорія, семінар, mm-hmm. там, да, что-то було, что-то інтересне, что-то... Ну, стрес-тест. О, клас. Это, ну, люди просто виплескають свою, как бы, емоції. Ну, я вам скажу, є дівчинки, які дійсно реально агресивно валять там мужиков, там, б'ють злосно. А є, які, в принципі, так. Ну, бо вони, можливо, ображені, там чоловік її зранку життям не зробив каву, і вона прийшла на крафмага. Ні, здесь просто работает така штука. Всі знаємо, да, от куди бить чоловіка? В пах. Пах. Да. Ви ударите? Никогда. Ну, маловероятно. Во-первых, жалко. Во-вторых, если вы это никогда не делали в стрессовой ситуации, мозг отключается и работают инстинкты. Если у вас это не заложено в базовом инстинкте, не в базовом, а приобретенных навыках, вы никогда это не сделаете. Поэтому теория здесь не работает. Знаете, я бы уже потихоньку відходив би від цієї розмови. А давайте мені дуже цікаво, до речі. Давайте вже заспокоїмося, беріть темпе, чого, чайок, і будемо. Але я думаю, що ми сходимо. Треба обов'язково. Треба навчитися так робити це. Я би хотів побажати всім глядачам, щоб їм ніколи це не знадобилося. І взагалі не треба битися, нехай буде, скрізь буде кохання. Так. Так, але не дарма кажуть так, що краще один раз спробувати, так? Це на практиці, ніж 10 разів почути, тож ми запрошуємо. Прошуємо, так, жінок, та й взагалі всіх, хто хоче спробувати себе, як правильно, в крафмазі, крафмага. Так? Крафмага. Всіх запрошуємо до флешмобу. Ну що ж, давайте на цьому завершувати нашу розмову. На жаль, хотілося б ще, можливо, поговорити. Маємо завершувати. А зараз переб'ємося на кліп, подивимося, послухаємо музичку. І зробимо сальто назад. А давайте.